Невский машиностроительный завод имени Ленина. Сейчас основная забота коллектива этого предприятия – бесперебойная поставка газоперекачивающих агрегатов для газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. В день Красной Субботы бригада Николая Александровича Большакова занималась подготовкой очередного агрегата к испытаниям. Ровно 30 лет назад пришел Большаков, ныне кавалер орденов Трудового Красного Знамени и знак почета, на Невской машиностроительной. Этот день стал для него двойным праздником. После смены заслуженному рабочему была вручена медаль ветерана труда. Особое праздничное настроение и у слесарей-сборщиков, выполнивших в этот день задание 4-лет пятилетки. Медаль «Ветеран труда» вручена их бригадиру Анатолию Николаевичу Шангину.